Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Отлично. Все, золотой век. Ападана, медресе. Как вам за один ход 5 чудес построено? Я только одно увидел. То же самое. Рурка. Да, пока рурку. А медресе? Или это до этого рурку было? Показала. Какое медресе у меня стоит? А, то есть это до этого было? Понял. Извините, был напуган. Так, шпиона надо построить. Еще одного. Ой, блин. Не скликнул, не тот город закинул, построил. Я еще удивился, зачем ты у меня Канди забрал. Да не в тот город. Он между Болоньей и Поленки затесал. Когда отвалится? 4 хода. А это что может сделать? А, 2 лояльности в ход. Ну, блин. Можно, можно, конечно, организовать здесь, просто чтобы не мешался этот генерал. Где там Амасия? Прям 3 рудника селить. Ну это поэтому там и поставлен был. Ты еще повезло, что он там влез. Там одна клетка была только, где можно влезть. Серьезно, фрегат приплыл. Но я минус получаю, потому что нету... Так, давайте мы тут купим... строителя. Так, тут, значит, используем. Покупаем строителя. Подводим сюда... А, и тут давайте, наверное, аэропорт строить. Ты просто подставляешь специально или что? Нет, он показал, что дальнобойная атака, и вместо нее пешком. Понял. Так, ну что, этот алюминий... Ну, на территории нету уже, да? Вот просто сразу нету алюминия. Смотрим, что у Ацтека где-нибудь. Ну, блин, ну... Так, уголь, селитра. Какие-то вообще где-нибудь. Алюминий есть у Ацтека. Здорово. У Канди нету. Вот алюминий, блин. Теперь еще сюда надо вести город ставить. Да, прикольно.
Как долго поселение? 7 ходов. Ну, мне надо на алюминий ставить город в любом случае. Как-то без вариантов. Давайте, наверное, химию пока открою. Инки, я тебе кинул сделку. Можешь потом предложить что-то взамен. Что за благовоние? Проголосуем. Давайте благовоние. Ацтек, что там у нас? За что мы можем проголосовать? Шоколад, наверное. Ну, давай попробуем. Или какао, да, правильно? Да. Стопудово против меня. Опять против ислама. Хотя... Ну, ребят, ну серьезно, то есть буддизм больше всех городов распространен, но вы против ислама голосуете. Так я против него и голосую. Артист, прими, пожалуйста. Что, ты проголосовал против ислама, Влад? Ну да. Ну, а распространен буддизм? А, дали на буддизм баф вообще люди сделали? Нет. Вы сделали так, что умирают исламские миссионеры за влияние. Я же за это и голосовал. Ну а распространен больше всего буддизм. Ну я не пытаюсь его распространять, я думаю, соседи мои это видят. Блин, плюс пошел. Ну, там что-то ГГш какой-то хотела. Полянки что хочет? Создать танк? А, то есть и нефти у меня тоже нету. Ну, отлично. Значит, тебе не очень нужна, правильно? Ну, очень нужна. Зачем? У меня такая прошлая игра была позавчера. Потом ты еще узнаешь. Спойлер могу тебе сказать. Потом ты еще узнаешь, что у тебя этого нету. Как его? Алюминия. Алюминия, а потом еще узнаешь, что нету... Ничего у тебя не будет, короче. Умеешь порадовать. Спасибо, было приятно играть. Да. Прости, что так долго. Ой, самолетики полетели. 60 ходов на 2 города. Я думаю, я достойно оборонял. Да, молодец. Спасибо за игру. Всем удачи. Спасибо. Всего хорошего. О, вот и слушай, люблю. А как мой строитель оказался в Эдерне? Он туда как-то пришел сам или что?
Я не знаю. Я хотел тебя спросить, кстати, зачем он туда пришел. Ну явно ж не я его вызвал, правильно? Ну да, меня это удивило, мало ли. Вроде бы не отправлял никого туда. А, он, наверное, пошел в обход, мы же тут все загородили. Вот и алюминий. Инг, что, продлим наши отношения? Тебе военный союз, наверное, не помешает. Да, давай. Там видишь, да, что зенитки раньше теперь открываются, точнее в ЦПЛ моде раньше зенитки открываются, у тебя есть шансы обороняться на самом деле. Да. Отлично. Инк на счет. Фух. Я готов. Секунду. Готов. Кто считает? Влад. Три. Подождите. На что? На какое слово начинаете? О, три. Боже. Окей. Один, два, три. В смысле кампус, подождите. А это ядерный кампус? Понял. Так, ну тут надо просто в очередь кучу работников ставить. Блять. Как мне эти города дебильные засвечивать его? Надо пересаживать шпионов, получается, к инку. И засвечивать. А если самого... на инка защитника веры распространю, получается, он будет бонус получать? Нет. Я посмотрю, как ты сможешь распространить на его города. Прям даже интересно. Ну, если как цель поставить, я думаю, будут какие-то минимальные шансы.
Это тоже уберу. Давайте на шпионах. И переносим. Так. К инку. В кахамарку раз. В Антавайлью 2. Плюс тут сколько шпион будет строиться? 4 хода, нормально. Еще один шпион. Алеппо у меня бегает. Бегает из Стамбула, Эдирне, Сиваса, Конье. С Конье не бегает, да? Так, а что ты поставил меня на Амати этого своего скаута? Ты о нем забыл? Он там давно стоит. Да, он там давно стоит. Ну, используй его. Что на тебе? И генерала, пожалуйста, около Аякучи убери. Война. Воевать без нефти и без селитры. Ну, может, тебе с алюминием повезет. Не спеши. Да, ебан. А что там, ребята, по ученым? Почему вы ничего не забираете? Ну, только ученые на самом деле. Я не могу. Мне написано, нельзя нанять. Ацтек. Ацтек. Тоже не могу. Там что-то не за... Я даже не понял, кто что взял. Я не собрал. Следующим ходом на универ. О, так нормально, инку. Нормально. Даже... Инка, выкупай его сразу. Чё-чё? Еще нового выкупи. Два форта, рыцари... Ну, тут, по-моему, фабрика не добивает. Надо фабрику построить. О, я уже пригороды могу делать. Давайте пригороды. Чудеса строим. Блин, я не успеваю ходить с этим таймером. Слушай, я не пойму, что-то я за Бразилию, когда играл, нормально был таймер, сейчас еле успеваю все делать. Я тоже. Что-то не то. Fast Dynamic Timer чересчур быстрый. А он как-то от игры к игре зависит.
Я тоже не все гонял, вот сейчас не все успеваю. Ну-ка, наконец-то, блин. Просто 20 лет воевал. Можно строить бобры. Что за бобры? Бомберы, бомбардиров. Так, тем временем тихо-тихо на туризм, да. Ну а почему нет? Ну только веры у него нет на музыку. Так он долго будет побеждать. Может переиллюстрировать почту лучше? Компьютеры сейчас выйдут. Блин, тут у него вон алюминий есть. Здорово ему! А чё в кахомарку дольше-то? Один ход. Так, а сколько у них? 6 ходов? 4 хода атака. Далековато. Раз, два. Ну вот отсюда стробзона нормально. Ну, отсюда буду тогда пушку атаковать. Пока самолетов достаточно. А ты его ради одной священки брал пантеон? Двух. Я перестал их строить, потому что я понял, что я не тот домик построил. Ну, типа, я и так накапливается нормально, чтобы улучшать эти здания строить, короче. За веру покупать. Какие-то варвары. Не, я через веру очень криво сыграл, тут нужно было вообще по-другому все делать. Ну, опыт, опыт. Не, ну вот этот чувак, кто тут играл на японце, он хотя бы правильный пантеон взял. Страдай от стек, страдай. Взял? Ты плачешь сейчас? А, ты на пантеон. Да, от престижа неплохо капает сейчас, 62. От стек, я хочу слышать твой плач. Это шпиона никто не любил. А, то есть это жертвоприношение было? Да.
Для того, чтобы победить культуру, и у ацтека слишком мало веры. Целых одна вера в ход. А, не, 11, 11, извиняюсь. 11 веры в ход, это маловато. Прошлым ходом было 9. Религия вовремя. Мы, наверное, какой-то быстрый юнит опять же купим. Видимо. Блин. Может, мы в Эдирны лучше Виктора пересадим? Вообще не хотел выходить в культуру. Ну тут как-то не растет город. Просто как-то селитра, блин, подвела меня вместе с нефтью. Так, давайте вкуска. Так, а сколько стоит вообще апнуть самолетики? Я же их открыл? А, я их не открыл, блин. О, дебил. Блин, да тут надо вырубать. Чё я туда попёрся? Много культуры.
Науки также, а культуры дофига. Очень мне это не нравится. Так, давайте купим ступу. И, пожалуй, театралочку. Здесь. А тут еще коней можно театралочку, кстати. Так, двинешь своих разведчиков. Ладно. Пожалуйста. Что еще раз? Разведчиков своих подвинешь, ладно. Всем. А Ацтек его там сюрприз ждет, да? Ацтек. Если я правильно понял, к какому разведчике речь, то да. Просто он на автомате ходит. Добрый вечер. Здрасте. Что там у вас? Да, тут люди какие-то идут. Не понял, а где стены? А, блин. Там много. Кирасиры, какая у них сила? 64. Ну, кстати, может быть больно. Бля, почему вот так всегда? Блин, я угольную еще эту построил. Ну, дурак, что могу сказать. Так, пока не покупаем еще. Это к какому городу относится? Колька Уаман. Лады. Так, здесь следовательские гранты. Чеченица нет. Орсакхас. Давайте Орсакхас. Он пытается прорваться ко мне, тут все грабить, типа. А что там Болонья дает? А, дополнительных очков великих людей, да.
сейчас посмотрим, сколько... Кого убили? А, ну да, броненосец. Да вы достали, долбаные варвары! Так, значит, опять меняем на улучшение. Ставим... Где тут скидка в золоте? Ну, а за ресурсы, по-моему, сейчас мне не нужны, кстати. Блин, я же рационализм уже давным-давно открыл, мог бы поставить. Ну, как всегда. Смотрим, этот апается за 1 алюминий, 45 золота. И этот за 1 алюминий, 45 золота. Японец, предложение. Не могу. Самому надо. Просто я строю самолет. Не понял, кому объявил? Так там один ресурс нужен всего лишь. Тебе зачем так много? Не, ну хорошо, давай так. Нифига. Так, и надо и юнит купить еще для захвата. Перемещение 5. Кавалерию покупаем. Перемещаем в писок. Или к этому кацтеку уже перемещать.
Амбар? Да, амбар. А, это в этот город. Нафига мне ракетостроение? Будет ли уран? Он не захватывает сейчас. Так, мне надо убивать наземные юниты. Да, обидно, чуть-чуть не хватило. А тут что у нас? Истребителями сейчас все, я уже стоял, истребители появились, османы, я больше вряд ли долго постою теперь. Влад, вот ты утомительный. Нет, ты утомительный. Так ты мне войну объявил. Ты там помогал. Инку, вот это вот все. Так я вроде все еще пытаюсь помогать. У нас же вроде все еще военный союз. Так, надо в уран выйти. Еретик осужден. Правильно. Ну что не долетает-то? Атака 5. А, раз, два, три, четыре. Вот, блин. Отсюда раз, два, три, четыре. О, отсюда нормально. А, ну я же еще могу их базировать. Блин, я забыл, что я задействовать могу истребители. Ой, я подставил под выстрел из города истребитель. Ай-яй-яй. Так, мне тут срочно надо обрабатывать алюминий. Ну,
Да, это, конечно, дебильная система. Прямо скажем. Я прошу начать следующего хода перерыв. На сколько длинный? Ну, минут на 5. Ну окей, тогда до 45 минут по вашему времени. Давайте мы здесь тогда то 5, это не то не все, так хоть мыться можно там почистить, как приготовиться. Тогда до 48. Ну, сейчас ход. Ну, подожди, ход сделаем. Триста семнадцать, 183. Ого! Ого, культуру Ацтека. На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас, переходите во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!